каждый из нас рождается с определенными чертами. Очевидно, мне было еще с нашего студенчества, что у тебя есть большая склонность к творчеству. И если есть недостаток в творчестве, то, понятно, ты его стараешься выплеснуть в бизнесе. Бизнес – это не только творчество, это еще и рутина. Поэтому важно, конечно, балансировать свои состояния своими хобби.